Девчонки, всем привет! Большое спасибо, что вы зашли ко мне на канал. Меня зовут Ирина. Сегодня у меня будет распаковка посылочки от Lbox. И это коробочка августа месяца. И все, кто заказывает коробочки красоты, все знают, к примеру, да, что в августе месяце Lbox, в Lbox бывает какое-то мега наполнение. И в этот раз Lbox нам пообещал то, что здесь будет 1,5 кг люксовой косметики. И данная коробочка стоила 900 рублей. Но я не могла это просто пройти мимо. Я бегом-бегом в середине августа заказала. Я даже потом, по-моему, все время пыталась отследить, где же моя коробочка. Я надеялась, что до отъезда на Урал я ее уже получу. Но, к сожалению, у меня этого не получилось. И коробочку я получила только вот по приезду с Урала. Начну, конечно же, с минусов, девочки. То, что я заказала, как повторюсь, ее в середине августа, и пришла она мне только вот в начале октября. И хочу сказать то, что, ну как в начале октября, я ее получила, наверное, числа только 10-го, или, нет, вру, девочки, наверное, числа 8-го я ее получила. И мое было большое удивление, то, что вот она только и пришла на почтовое отделение. Но не суть, девочки. Ну что, готовы посмотреть, что за 1,5 кг люксовой косметики нам наложил Lbox в этот раз? Пришло вот все опять вот в эти упаковочки, коробочки, которые, ну, стандартные, да? И тогда начинаем открывать. Такая вот замечательная, яркая, желтая коробочка, девочки, здесь. Ну, это мы уберем на пока. Первое, что нам попадается, это, конечно же, милость такая. Это вот такая вот открыточка. Женщина беспомощная, лишь только тогда, когда сохнет ее лак на ногтях. Кстати, сделала маникюрчик. Показывала вам вот только в своей косметичке лак от Лореаль в 64 номере, сделала себе маникюрчик. И тоже была буквально минут 10 назад беззащитна, беспомощна, кстати. Вот, вот такой вот замечательный, интересный нам положили открыточку. Следующее, что нам попадается, это вот такой вот сухой шампунь от Avon. Кстати, Avon я помню, я раньше заказывала, и это был, наверное, класс 9-10, я покупала там какую-то их косметику вот с того времени, и даже ни разу ничего не брала. Девочки, сейчас попробуем попробовать аромат. Господи, у меня сейчас... Мне аж глаза щиплет, девочки. Жуткий, конечно, аромат такой эвонский. Но, надеюсь, он как бы выветривается, данный запах данного сухого шампуня. В принципе, обычный такой, знаете, как дихлофос. У меня как старый какой-то солдеповский дихлофос. Помпочка такая, ну не знаю, конечно же, потестим это. И в дальнейшем я расскажу либо в своем инстаграм, либо отдельно сделаю вот как раз какие-то, может быть, в пустых баночках, либо еще как-то о нем расскажу более подробно. Следующее, что мне попадается. Сейчас по ценам сориентирую, когда достану, как она называется-то, их сопутствующая такая брошюрка, которая говорит нам, что это за средство и сколько оно стоит. Следующее, что попадается, это Диадемин, основная программа, 3-в-1 очищающий спрей с витаминами. Быстро удаляет макияж, очищает и увлажняет, освежает кожу для лица, глаз и губ. Девчонки, сейчас попробуем, насколько это мелкодисперсное. Мелкодисперсное. И пахнет таким, знаете, чем-то непонятным. Еще пока не соображу. Ну, конечно же, либо сама потестю, либо кому-то подарю, потому что вот с маркой Диадемин у меня вообще, знаете, на вы, на вы. Потому что, ну, как-то что-то мне не очень нравится, как оно мне работает на коже. И я уже много раз говорила о том, что не вся косметика мне подходит, так как у меня чувствительная кожа. Ну, не знаю, посмотрим. Если не подойдет, конечно же, отдам. Ну, большой плюс того, что здесь помпа-распылитель, о том, что если даже вам не подойдет, вы спокойно ее можете подарить и кому-то отдать. Следующее, что попадается, это вот такой вот Hair, Real Hair Therapy Hair, Real Hair. Все, короче, не коверкую, потому что меня потом вы засмеете и скажете всякие не очень приятные слова. В общем, это шампунь вот от этой вот фирмы и женский шампунь, формула объема для тонких волос. Здесь у нас объем идет 250 мл. Срок годности после вскрытия 12 месяцев. Первый минус, то, что я замечаю, то, что нет никакой упаковки, девчонки. То есть, как бы,
Неизвестно, когда он вообще открывался, он когда-либо, потому что, ну, вот как видите, просто вот так вот, без каких-либо пленок, без всего вот такого, так вот он лежал. А следующее, что у нас есть, это, конечно же, вот эта коробочка, на которую я просто возлагала надежды, потому что, когда я увидела вот эти вот три спутника, которые здесь нам попались, ну, люксом тут вообще как бы не пахнет, масс-маркет, как бы, да, вот, ну, то, что мы можем, в принципе, купить. Avon по каталогу, а это мы можем в любом супермаркете приобрести, мне кажется. Я так возлагала надежды на вот эту желтую коробочку и думала, вот сейчас там будет рыба моей мечты, там будет сколько-то там грамм пробников люксовой косметики. Следующее, что нам попадается, это, девочки, вот этот вот их спутник. И, кстати, Диадемин нам говорит о том, что стоит 320 рублей, шампунь 350 и сухой шампунь 220. А вот этот вот я видела в магазинах, он стоит по 250 рублей, девочки, сама видела. Вот эту я видела, кстати, не так давно. Я видела, что это стоит рублей 270, поэтому, ну, как бы грешить не буду. Ну, цена тут, конечно, завышена написана. Но не суть. Следующее. Девочки, простите, у меня садится голос. Но должна просто рассказать, потому что, видимо, на нервной почве я просто вся испсиховалась. Следующее, что попадается. Ну, конечно же, оформление это просто, это мега классное. Простите, следующее, что попадается, это вот такая вот сашетка Камей. Такая вот сашетка Камей. Я даже, знаете, девочки, не знаю, как вот это вот назвать. Ну, положили, положили, ладно, 7 миллилитров. В принципе, вот этот аромат мне нравится. Магнолия, запах, по-моему, у нас идет. Орхидеи каких-то масел. Ну, не знаю, конечно же, попробую, но люксом здесь не пахнет. Следующее. Это пробник тоже, 50 миллилитров миниатюра, чистая кожа, гарниер, гель, скраб, маска. Вот честно могу сказать, то, что вот это, конечно, с удовольствием потестит мой муж, я этим пользоваться не буду, потому что, ну, для меня как бы фирма Гарниер и все ухаживающие средства, они как бы достаточно жестковаты. Ну, тоже как бы люксом не пахнет, но посмотрим. Все равно спасибо. Следующее, что положили, и знаете, меня просто напрочь это убило, когда я видела цену. Это вот такой вот мыльце тоже от Камей Мадемуазель. Аромат, конечно же, такой достаточно приятный. А здесь написали, что это мыло стоит 127 рублей. А я его видела в магазинах за 37 рублей, поэтому что-то решил нас Эльбокс немножечко обмануть. Ну ладно. Написали, написали, опечатка, наверное, была. Но тоже, девочки, люксом не пахнет, ну, как бы, положили, спасибо, но, как бы, вы нам же другое обещали. И из этой же серии, этот же аромат, шариковый дезодорант от Камей, тоже Мадемуазель, дезодорант, игривый аромат цветка лотоса, дезодорант, антипреспирант. Конечно же, потестю, попробую, как бы. Но тоже люксом не пахнет. И нам написали здесь то, что дезодорант 130 рублей. Дезодорант такой не встречала. Сказать точно не могу, сколько он стоит. Так что вот так вот. Следующее, что положили, это Schwarzkopf Essence Ultime спрей-усилитель блеска. Полноразмерка 100 миллилитров. Производитель нам, точнее, Airbox говорит, что стоит 410 рублей. Не знаю, девочки, вот это вот, по-моему, стоит, сколько стоит, я не помню, потому что на такие вещи я как бы внимания не обращаю, потому что, ну, во-первых, у меня не окрашенные волосы, мне не надо как бы усиление цвета, а во-вторых, как бы Шварцкоп, да, как бы у меня такие своеобразные отношения, но, ну, не знаю, попробую потестить, скорее всего, я, наверное, отдам тому, у кого окрашенные волосы. Ну, тоже как бы не люкс, но спасибо, что положили. И следующее, что попадается, это Глискур. Кстати, привет, это я. Глискур это, так как бы сделать, это глубокое восстановление сыворотка. У нас идет тоже полноразмерка. Сейчас я попытаюсь открыть, скрываю. Опять снимаю, кстати, на телефон, потому что что-то у меня с картами памяти в этот раз прям не идет. Это вот такой вот полноразмерный продукт, мне кажется, его здесь 100 миллилитров. Он с помпочкой. И хочу сказать то, что аромат, как у любого другого глискур, также пахнет стандартным. Я им уже вчера воспользовалась, но какого-то вау-эффекта я не заметила. И нам говорит Эльбокс, что это средство стоит 370 рублей. Кстати, это средство я не встречала на, так скажем, торговых полках.
магазинов нашего города, но в принципе с удовольствием воспользуюсь и посмотрю, что это за рыба, и может быть оно мне сильно понравится. Так что вот так вот. Вот такое, собственно говоря, девочки, было наполнение у коробочки августа месяца Oil Box. Нам обещали, конечно же, люкс, но наложили нам, я даже не знаю, как это назвать, девочки, масс-маркет. Ну, скорее всего, это масс-маркет, который, знаете, я бы не хотела видеть данной коробочки. Я дала за это 900 рублей, и всецело я, наверное, из этого воспользуюсь. Это вот, наверное, вот, девочки, честно могу сказать, чем я воспользуюсь. Вот. А вот это вот, девочки, ну, может быть, я еще вот это вот возьму, воспользуюсь. А вот это вот мне как бы никуда бы оно и не ушло. Вот, ну, вот это, кстати, тоже пользоваться не буду, поэтому вот 50 на 50, девочки, вот этим я пользоваться не буду. А вот этого я, знаете, могла и сама пойти в любой магазин и по желанию купить. Я заказывала 1,5 килограмма люксовой косметики, а мне пришел масс-маркет, и я очень сильно разочаровалась этим. У меня вот каждый раз, когда я заказываю коробочки красоты именно Эльбокс, я надеюсь на то, что они как-то меня удивят, приятно удивят, а в этот раз они меня очень сильно разочаровали. Конечно, спасибо, что положили хотя бы дезодоранты мыло в одно. Я не очень люблю кусковое мыло, но я им воспользуюсь как гелем для душа, потому что аромат, конечно, мега приятный, и придется, наверное, потом еще очень сильно долго кожу увлажнять. Ну так вот, девочки, вот такое было мое огромное разочарование, потому что ждала люкс, повторюсь, а пришел обычный масс-маркет, отдала 900 рублей вслепую, и теперь вообще доверия к Эльбоксу нет. Так что, Эльбокс, если вы посмотрите это видео, пожалуйста, вы нас не обманывайте, вы напишите, как оно есть, если вы будете ложить 1,5 килограмма масс-маркета. Кстати, здесь даже не 1,5 килограмма, здесь, по-моему, чуть меньше. по-моему, 1,3 кило. Вы нас, пожалуйста, не обманывайте, потому что как бы среди покупателей дураков нет. Вы либо пишите, как оно есть, чтобы мы хотя бы знали, что мы будем заказывать. А то вы пишете, что будет люкс, а приходит масс-маркет. Как бы, в принципе, пользоваться кто-то будет, а кто-то нет. Так что вот так. Вот если вам, конечно же, было интересно смотреть данное видео, дорогие мои подписчики, и тот зритель, который зашел ко мне на канал, мне очень приятно, что я вам доставила какое-то удовольствие. Если вам было со мной интересно, также подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новое видео. Я вас всех люблю, целую. И в этот осенний период, конечно же, берегите себя и своих близких, не болейте. И желаю вам солнышко над головой и, конечно же, любви, теплоты, добра в душе. Будьте собой. А с вами была ваша Ира. Всех люблю, целую. До новых видео. Всем пока-пока.